Ну что, первые весенние дожди. И я попросила родственников подарить нам первый весенний зонтик. У нас теперь зонтов много. Пойдемте, я вам все расскажу. Первый был вот такой. Смотрите. То есть это я называю зонтик-убийца. Скорость, с которой он открывается, я заостряю внимание. А, напугала даже меня, не то что Настю. Вот этот зонтик тоже нажимаешь на кнопочку, что ребенку очень просто. И он так с замедлением открывается, хотя тоже рисковато. Теперь давайте поедем к специалистам и посмотрим, какие еще вопросы могут вызывать детские зонтики. Это зонтик для юных художников. Настя, как тебе нравится зонт-раскраска? А? Вот смотрите, как раз такие сильные замки, резкие, которые так вот открываются, мне кажется, они небезопасны. Конечно, автоматы интересны, удобны, да, но не для маленьких детей. Ну, для детей постарше, от 5 лет. Да, наверное, от 5 примерно лет. Прозрачный зонтик вот нас заинтересовал. Это очень модный сегодня вариант. Дети его обожают, ну и мамы тоже. Мамы его любят, потому что ребенка очень хорошо видно. Вы идете, а вдруг он взял пальцы в рот или что-то еще, посмотрели, идем дальше. Кроме того, такие зонтики, как правило, имеют сильно закругленный купол, поэтому... Что хорошо защищает от дождя. Да, да. А что насчет материала? Именно прозрачные зонтики изготавливаются из полиэтилена, поэтому есть один момент. При покупке обязательно их нюхайте, не стесняйтесь, потому что полиэтилен может иметь очень резкий запах, и, к сожалению, со временем он, скорее всего, особо не выветрится. Поэтому выбирайте модели, которые изначально почти не пахнут. А вот смотрите, такая вот опасность, Настя, мне сейчас чуть глаз не выбила, да, кончиком. Вот я этих кончиков очень сильно боюсь. Есть такая проблема, поэтому при покупке зонтиков внимательно осматривайте пластиковые детали. Они должны быть мягкие и закругленные в идеале. Что это вот это вот за красота? Это замечательная, удобная штука для мамы. У мамы руки заняты коляской или малышом. У меня больше вопросов к зонтам нет. Все, я определилась. Сколько стоит такая модель? 200 рублей. Все, я беру. Как выбрать зонтик по росту? Так. Подставляем рядом с малышом. Так. Если зонтик по пояс, это идеальный вариант. Если немножко ниже, сантиметров на 5-7, это тоже подходит. А если выше? Вот если как этот, выше, например? Да, малышу будет действительно очень сложно его нести и управлять им. При выборе зонтика пощупайте ткань. Она должна быть плотной, материал ни в коем случае не должен провисать. Хорошо, а что это за интересная такая, как стаканчики или бутылочки на конце зонтика? Это замечательная модель, обладает таким очень удобным футляром. Ого! Ха! Вот это круто! Ну, а Настя со своим зонтиком, как мы видим, определилась.